Black Steve and Beast Boy and Quiver and Cocoa Beans. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди и Вайпер. И мы начинаем... О, у меня уже еды почти нет. Мы начинаем наше новое выживание в Майнкрафте. Поскольку мы... Нище. Да. Просрали наши 3 видео из 5. Да. И поэтому резоннее начать сначала. Плюс мы придумали такую новую штуку. Ну как, придумали. Я готов от нее отказаться. Скопипиздили. Короче, этот... идею насчет дождя. Ну, вон... Илюша что-то ей негодует. Ну вы скажите, что вам больше понравится? Выживание во время дождя с большими лагами или обычный стандартный летсплей? Хотя... Лагов никаких нет, не парься. Суть в том, что будет дождь, во время дождя будет больше криперов, мобов, зомби и тому подобного. По идее, это добавит выживание нашим видео в... Сейчас скажу. Добавит выживание в нашем видео, короче говоря. То есть мы будем больше драться, больше выживать, нам будет резон убегать от противников, поскольку поначалу, допустим, скелета фиг убьешь. Проще убежать. В обычных видео такого не хватало, а тут такого будет завались. Вот, Илюш, что тебе не нравится в этом? Ну, для начала то, что ты меня называешь Илюшей, хотя... Ты мне просто не объяснил, как это так, как сейчас. Сейчас мне это уже нравится. Отлично. Ну, тогда все норм. Ну, все равно напишите, нравятся ли вам такие больше видео или... Или карту на выживание. Просто поставьте все. Карта-то будет. Так, ладно. Ну что, начинаем уже нормально. Поздно, я уже начал. Я имею в виду, начинаем верстак нормально. Верстак не делай, я сделал. Окей. Вот ты что-то стоишь на месте, втыкаешь под этот... Потолок. Ну, я действительно делал эти палочки. Так, палочек. И я сейчас сделаю себе, наконец-то, мечи. Я научился их делать. Так, подожди, у меня есть один фейл, я забыл поставить. Все, фейл закончился. Так, так, так. Все, два меча себе. Но у меня все же есть чутка подтормаживания, но это все. Дело бытовое. Кстати, то, что ты мне скинул видео, оно нифига не помогло, у меня там и так все правильно стояло. Ну, раньше ты только вот этот авто поставить. Ты неужели все видео посмотрел? Нет, я посмотрел специально для моей видеокарты. Он же по видеокартам там разбил. Там у него много чего есть вообще-то, там и оперативка, и все на свете. Ну так или иначе, сделали кирку, ты сделал меч? Нет. Зачем? Я деревянным топором сейчас рублю дерево. А-а-а. Тавтология. О, волк. Все, можешь что-нибудь выпустить? Нет. Раньше, что выпадет это тебе, поскольку вся его стая нападет на тебя. Окей, валим. Там уже кто-то гавкает. Не, если ты его ударишь, а так они нейтральные. Ну что, давай сначала, наверное, для нашего дома все соберем. И надо пойти выбрать место побыстрее, потому что ночью тут начнется вообще атас. Дождь и снег никогда не закончится. Да. Я админ сервера, я здесь. Батя. Батя, отец. Да. Просто отец, ты все решаешь. О, фак я. Че взорвалось? Листы. Прикинь, я недавно узнал только, что можно оказывать... Ну вот меня волчара. Эй, волчара, иди сюда. Ну что? Что можно зомби превратить в днище человека. И потом съесть. Ага, о, лава. В этого какого? Лава! В свинозомби? Нет, в обычного зомби. Ой, тьфу, ты зомби превратит нормального человека. Как Илю, это сделать? Come on. Get over here. Тут лава. И я камень. Видел, знаю. Добываем камень. Иди добывай камень, я сейчас добуду дерево, потому что дерево это, блин, реально кончается, зараза, все время. Поэтому я попробую всю эту серию заниматься дровосексуализмом. Наверное, ты переборщил насчет всей серии, ну ладно. Я пока поищу туда железо, может быть, что-нибудь найду. А пока у меня подгружались текстуры, я нагло подсмотрел, что там у нас под землей. Под землей где-то неподалеку будет пещеры. Причем большие-большие пещеры. Надо будет их найти. Но первоначально все же нужно сделать дом. А, найди еще овец. У тебя есть нюх на овец, я знаю. У тебя в крови... Ой. Ты меня чуть... Ты сейчас назвал Бэтмена, извини, овца ёбом. Ну, заметь, не я это сказал. Но ты намекнул. Ну, виноват.
Камень, камень, камень. Не, мне уже бесит этот камень, тут его много. Брюс Уэйн за тобой придет. Брюс Уэйн? Твит. Блин, Бэтмен. Окей. Ехать ты днище. Ну я-то не Джокер, что ему мне ловить? Why so serious? А ты в теме. Слушай, а давай возле лавы посеримся, как клевые ребята. Ладно, из, дом из дерева, ой, из этого, из камня сделать, но из дерева это бред будет. А уже готов дом, считай. Все, я делаю комнату. Тут просто нашел такую няшную кавайную пещеру, прям рядом с нами лава, то есть приток обсидиана при желании будет. Где-то вода даже рядом есть. Блин, орешки поел теперь у меня. В горле как будто эти орешки застряли. Ну, попей. Ой. Попей. А что к орешкам хорошо пить? Лимонад. Я не в теме. Ставим. А сейчас сделать надо кирку, потому что она у меня уже сломаться успела. Так. Блин, уже ночь начинается, мать ее. Да? Вали сюда. Закат. А то тебя сейчас нагнут, мне кажется. Ага. Хрен там Бэтмена нагнут. Один удар, знаешь, чего стоит? Это стоит селезенки Чака Норриса? Не, да это даже пальцы Чака Норриса не стоит. Ну, а если честно, то один удар может сломать кости. Именно Бэтмена. Именно Бэтмену? Отличный удар. Ударил сам. Именно Бэтмену один удар может сломать кости. Ну, если правду про него пишут. Точнее, не правду, а вообще выдуманную всю херню. А он вижу лаву. Что, выдуманную всю херню правду про него пишут? Да. Ишь, как я все. Че почем. Да, действительно, ночь уже наступает, и я нашел второй вход. Подожду мной, пожалуй, запрусь. Я закрою его, потому что мне не хочется, чтобы к нам гости приходили. Ну, а лава как ты? Ну, лава вообще норм, да? Так чисто вот отвернулся. Этот, как упрыгает скелет свысока, ты отходишь назад и в лаву. И он еще взрывается. Ой, ёб твою мать, я чуть не упал. Скелетон такой, аллилуйя! Ой, и сдох, и все. Да. Почему нельзя скелету ребра повытаскивать, он сам сдохнет? А тут бьешь его в лицо. А почему на них нельзя сыграть? Так, значит... Ламбада. Дом есть. А как сделать дверь? Руками. Ты мне скажи рецепт. Сделал уже. Ну и ставь тут ее. Я пока нам потолок увеличу. Главное не войти в раш и не срезать вот этот бетон справа, а то вся добрая лава польется. Все равно мы не здесь жить будем. Мы как тогда, как в первый раз. Первая часть где-то. Не, мне нравится идея возле лавы жить. Идея-то хорошая, но опасная. Давай, давай, зажигай. Ой. Палево. Так нет, да не то. Это нормально. Это норма. Это хиты старых лет. Ты чё? Ой, я тебя чуть не убил. О, да, дверь. Ты меня не сможешь убить, кстати. Ну да, я уже заметил. Так вот это вот тут не няшненько. А не, наоборот. А, я поставлю тут, наверное, еловых досочек чуть-чуть. О, зашел в дождь сразу вместо 60-30 FPS. Зашел снег опять 60. Прикольно, мне нравится. Ага. Я же говорил, дождь. Дождь это плохая штука. Что за... Дождь. Твою мать! Что такое? А, ой, смартную мне жизнь спас. А, что тебя взорвает там? Крипер, мне смартную жизнь спас. Вау. Вода опять. Вау, о, я пошел туда. Что такое? Да я, благодаря смартную, сейчас такой некий паркур, я там что увидел интересное? А, то лава. Окей, а, во, я нашел овцу. Как с нее добыть? Как сделать этим, как их зовут? Тихо, овца, не сгори, не сгори, тихо, 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 тихо. Я представлю себя тесаком, или кто там овец убивает. Что, овца? Посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза, смотри! Я ненавижу, когда мне смотрю в глаза. Фух, получилось. Убил. Так, я здесь вижу... Знаешь, что такое безумие? Убил, отлично. А, что? О, крипер! Если бы ты видел, где я сейчас вешу. Ё-моё, на краю гибели. Иди сюда. Короче, как? Ты видишь меня? Пипец, Бэтмен застрял. Короче, смотри. Ты понимаешь, здесь плащ. И что думаешь? Смягчит падение. Лети. Куда? Вниз. Одним конкурентом меньше. Как кровать? А? Сколько шерстей нужно на кровать? Блин, некоторые думают... Дождь закончился. Поставь его опять. Сколько нужно шерстей на кровать?
3. Слышь, некоторые думают, как выспаться, а Бэтмен думает, как выжить. Иди прямо и там поверни направо. Увидишь между двумя горами проход. И помоги мне. Помоги. Ладно, иду. Не вижу между двумя горами проход. Начнем с того, что я не вижу двух гор. Ну там такие две. Крипер! Блять. Ты вышел. Не вышел. Left the game. О! Join the game. Да просто дело в том, что smart moving это оно. Flying is not enabled, not the server. А, ты летишь. Да. Черт. Давай я тебя, короче. Тпхну ко мне. Твою мать. Да. Быстрей! Ты знаешь, как тпхать? Молодец! Смотри, где я вешу. Смотри, где я вешу. Прыгай! Я поймаю тебя! Я поймаю тебя! Дурак. О, слушай, а ты молодец, ты пещерку нашел. Чисто нечаянно это крипер сделал. Да меня там криперы на каждом шагу. Да умри ты уже! Доел. Так, а тут мы чё? А тут мы ничего. Туглинг, Даунфал. А, дождик? Угу. Так, мы будем периодически крипер! Крипер! Бей его, бей, заразу! Он воде. Он воде. Фух. Салага. Ля, прикольно. Тут... Слушай. Я чуть не понимаю. Иди-ка сюда. Залезь вот сюда. Тут какой-то, видишь... А, это снег. Слушай, а ты помнишь путь отсюда на базу нашу? Да. Ага, отлично. Так, иди за мной. Да, пока не надо. Пока давай осматриваться, что тут есть. Я добуду уголь. У меня есть уголь уже. Нормально. Так. Можно будет сделать печку. Ой-ой-ой-ой-ой, нету еды. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давай возвращаемся домой. Я возвращаюсь. Ну, своим таким необычным способом Бэтмена. Ты видишь, где я? Нет. Наверх посмотри, как я залез. Паркур стайл? Да. Опа, паркур стайл. Блин, а ты легче нашел проход, я именно по этим прыгаю. Почти. Ладно, я русский, я сам сделаю себе путь. Киркой. Зачем я делаю? Мяса нету. Мясо есть? И было бы не дал. Залазим. Спасибо, друг. Ну вообще у меня есть, но оно мне нужно. Ладно, Sorry. Найдем сейчас убьем. Выживает сильнейший. Ну я ж Бэтмен. Ой-ой-ой, а меня бьют. А, ну да, ты ж кость можешь сломать себе ударом. О, твою мать, а здесь высоковато. Но мне нравится, я полетел. Ай, я чуть не спрыгнул. А вот нашел второй проход. Я, кстати, нашел быстрее выход к нашему. Ты что-то говорил о пути попроще? Да. Ой-ой-ой, я уже вообще в самое это. О, крипер, одинокий крипер стоит на этой, на краю и грустит. О, овца! Да что за херня, чё я бьюсь? Все, я сейчас кроватку себе сделаю. Мужик. Спать. Я не хочу умереть. Да от... как я бью себя? Я скорее сдохну, чем отсюда слезу. Хотя, слезаю вроде оригинально. Баран! Баран меня не будет бить, надеюсь? За свою овцу. О! Нет, о, бег о, на меня. Ехать! Обманный маневр, ё-моё, Бэтмен. Так, она... Выживает сильнейший, сам сказал. Я, у меня здесь жопа полнейшая. Ну это у меня жопа полнейшая, за меня гонятся зомби. Еще зомби! Fuck you, уйди, уйди, уйди! Так, побежать. Блин, тут какие-то пирамиды из земли. Надеюсь, они не умеют лазить по земле, как я. Да, блин. Чувство преследования. Я куда-то не туда попал. Посмотри потом мое видео, это вообще жопа. По мне скелетон стреляет. У меня жизни нету вообще. О, барабашка, бабашка, барашка. Умри. Валим. Блин. Крипер, я их не долечу. Уйдите. Кыш, 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 кыш. Все валите от меня. Я пещеру нашел, чуть не упал. Блин. Есть. Так, ладно. Так. Крипер. Нету? Кто-то хотел... Кто-то по мне стреляет! Кто-то хотел карту на паркур, надо скачать Smart Moving, и вот тебе паркур. Карта, да, это ничего не надо. Так, блин, я потерялся, Илюш. У меня нет еды, я потерялся. Лошара. А я почти нашел выход. А почему меня не бьет от отсутствия еды?
А? Да я откуда знаю? Фух. Может, у тебя и так ниже некуда. Фух. А, кажись, прикатилось. Так, там я видел пещерку. Илюш, извини, но я пока что буду жить тут, потому что я не могу к тебе прийти. Ну и черт с собой. Организовал маленький домик. Брюс Уэйн и без тебя справится. Что-то я пересмотрел Бэтмена. Чего? Ой, я дома, мать вашу. Ой, скелет твою налево. Ну что, обороняй дом. Быстрей. Беги, Форест, еще и зомби, офигеть. Волк, спаси мою задницу. Волк, ударь. Вон. Кто? Волод. Черт. Фак я. Стоп. Я жив. Ой, у меня и курица еще, жареная при том. Илюх, как сделать кровать? Руками. Как? Три шерсти по горизонтали и три шерсти по вертикали. Ой, тьфу ты. Три доски по горизонтали и сверху три шерсти по горизонтали. Блин, зачем ты забрикадил? Три шерсти по вертикали? Три шерсти по горизонтали и ниже три доски по горизонтали. Сделал, ничего. А, три доски, а я еле. Блин. Еле. А я еле. Еле-еле. О, сделал кровать. Отлично. Все. Так. Кстати, твоя лава помогает мне. В нее попадают всякие твари. Так, теперь надо сделать отсюда выход. А как сделать печку? Сейчас мне не до этого. Что? Печку как сделать? Печку руками. Ну, в смысле, печка это тот же сундук, только из камня. А, понятно. Где ты? Я нашел к тебе проход. Честно сказать, я черт его знает. Я так убегал от них всех, что я не знаю. Так, все, у меня есть печка в моем маленьком домике. Слушай, а мне это уже нравится. Мне так уютненько. Тут есть уголь, есть курятина. Так, сейчас сделаем. Пока маленькую попытаюсь организовать ферму. У меня есть два яйца. И я могу что-нибудь попробовать из них склепать. Черт, ты заржал, я сразу ржать начал. Илюх, давай ко мне, у меня тут уже уютненько. Да, я сейчас расхреначу наш тот дом около лавы и пойду к тебе. Нет. Нет. Меня те китайцы обманули, они обещали, что из этого что-то вылупится. Еда, отлично. Так, давай. Точно, пока. У меня же яйцо есть. Блин, я его забыл там. Стоп. А что можно сделать? У меня пока есть этот. Есть иди огонь. В жопу. Что сделать? Илюх, что я могу сделать? А. У меня есть огонь. А, понятно, уже ничего. Оскар. Блин, мне какие-то чудики звонят. Чурки, точнее, извини, чудики. Так. Их там до хрена. И при том я ни одного знаю. А, троллить меня порешили. Давай я зайду. Давай так, секундочку. Давай после видео. Да. Чисто успей. Так файт. Устный. Так. Да потом с ними разберемся, подожди. Просто мне как-то нравится то, что меня пытаются троллить. Ну, в смысле, в этот, словесно именно. Да и ты письменно. Смотри, не это. А, я жду. А то привлечёшь внимание кого-нибудь. Они решат показать тебе, что такое троллинг. Не, ну твои, да. Твои могут. Я читал. Тык. Чё-то я дофига мечей уже сделал, чё-то я паникую. Всё, не отвлекай меня. Окей. А, топор нужен. Все, я готов к бою. Мне с кем? Со мной? Всё на свете. А у меня есть гнилое мясо. Ну, у меня нет гнилого мяса. Давай, бартер. Да ну, мне норм. Так, как сделать дверьку? 6 по вертикали, ой, тут 3 по вертикали и... 3 по вертикали, как еще? 3 по вертикали и... А, понял. 3 по вертикали. О, 2 слима! Вау, а ну-ка, файт. Нет. 2 слизняка у меня тупо в воде сейчас пытаются выползти. А они плавать не умеют. Я сделал 3 по вертикали и 3 по вертикали, нифига. А, понял. Я днище. Так, все, у меня есть дверька. Прикольно. Я уже свой дом организовал тут. Правда, это больше похоже на каморку какого-то холостяка, которого нету денег. Что из кремня можно сделать? Можешь сделать? Значит, в моем доме находишься. Брюс Уэйн. Понятно. Ну, значит, у тебя дом из земли, и ты бомж. А, окей, тогда не сходится. Зато есть дверь. Я уже 2 слима завалил. Ну, второй сейчас пью его.
А я пойду уже осматриваться и думать. Блин, вот эти маленькие меня бесят. Все, поубивал их. Я могу тебе сделать поршни. Поршень? Да. А зачем нам поршень? Вау! 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 Все, живи у себя там в подсобке. Ебли, а я здесь буду... Ой, в коморке ебли, а я... Извини меня за мат. Буду делать себе нормальный, роскошный дом. А чё ты нашёл такого? Не знаю. Ну, короче, очень хороший ландшафт. А, окей. А я буду сам всё делать. Ай! Твою мать! Так, ну сначала я помечу себе место, что я именно тут живу. А то я теряюсь. Чисто такой вот... Встретимся где-то под конец серии, да? И то вряд ли. Не под конец серии, а под конец зачем всего. Под конец света. Пять. Знаешь, в конце жизни такой. Привет, Вайпер. Привет. Ты сделал дверь? Ой, дверь. Дверь не запилил. Земля. Слушай, у тебя хорошо, знаешь, что? В моей задумке насчет лавы хорошо то, что есть как бы свой мусоропровод, куда можно все на свете сбрасывать. Да это уже давно известно. Просто ты про это не знал. Нет, я имею в виду, я просто только об этом подумал. Нам будет лаву добыть. Все. Ви. Так. Так. Мне всё. Нужен камень. А вот с камнем здесь дилемма на моем биоме. Не, у меня с камнем как бы проблем нет. Ну, у меня вообще ничем, по сути, проблем нет. Но тут нужно поставить факел. Сделать. Может поставить плагин, который разрешает рубить под корень дерева? А, то есть с одного удара? Да, под корень. Да ну. Это не хардкорно. Но зато реалистично. Здесь... А нет, я поставлю по-другому. Уйди отсюда. И поставлю тут факел. О, прикольно. А, слушай. А в моем доме никто не заспавнится? Смотря какой он у тебя. Если света нет, то заспавнится. А много его должно быть? У меня стоит один это факел. В серединке. Заспавнится, как думаешь? Нет. Если там не темно, а достаточно светло, то нет. Так, окей, тогда нормально. Сейчас сделаю еще одну дверку. У меня тут уже два входа. Домофона только не хватает. Домофон. Так. Если бы ты видел мою задумку, которая у меня сейчас в голове, насчет моего дома, то... Я вижу. Твоя камура... Чего? Ты недооцениваешь мою мощь. Я думал, ты реально где-то бегаешь, смотришь. Как заставить кнопку открывать именно дверь? Никак, поставил рядом с каким-то предметом, клацаешь на кнопку и все. А, она сама понимает, да? Вау. Что мне нужно открывать. Вау! Понятно. Все. Твоя днище пещерка с моей уже не сравнится. Я нашел здоровую щель, в котором уже заброшенная шахта. Ого, норм. Ну я же говорю, там где-то рядышком этот все на свете есть. Вау, курица вообще. Курица вообще. Че, слово понравилось? Да. Ой, я что-то решил закрыть. Я чуть не закрыл свой дом не дверью, а просто еловым блоком. Залетаем. Я сделаю сейчас себе еще одну дверку. И уже пойду навстречу приключениям и поиска чего-нибудь. Приключений уже. Ну да, походу мы сейчас поодиночке тупо. А, давай потом где-то, не знаю, в пятой серии посмотрим, как живет кто. Да у тебя, я думаю, будет лучше. Нет. А, во. А как ты сделал, чтобы при наступании открывалась дверь? Никак. Ну, как бы один блок рядом с этим. Все. То есть кнопку только на землю положить, да? Блин. Кнопка что? Не кнопку, плитку или кнопку? А? Кнопку или плитку? Как плитку сделать? Плитку это два по вертикали. Ой, по горизонтали. Понятно. Такие ловые блоки. А, все, я понял. Thank you. Ага, а потом можно с помощью поршней, да, делать так, чтобы они как бы дистанционно все работало, да? Да-да-да. Через не поршни, а эти редстоун. Редстоун, точно. А поршни что делать? Поршни — это передвижение блоков. Есть липкий поршень, который вот слайм нужен, сгусток слизи. Он липкий поршень, он может за собой брать эти, забирать блоки. Ага. А обычный поршень, он тупо их передвигает. Ага, понятно. Твою мать, меня дверь не пускает. Ай, меня дверь бьет. Сурово. Все, я пошел навстречу приключениям. А может, ты меня найдешь. Все равно у меня почему-то еда не наносит урон. Так.
Тем временем мы не заметили, как закончился дождь. Нормально. Мне кажется, что... Turn off the дождь, бьеч. А хотя ладно, пока пусть. Без него, да. Мне кажется, без него сейчас будет интереснее, если мы поодиночке. Ну пусть, уже... короче, народ, я прошу вас написать, как вам больше нравится. Да, либо мы поодиночке, либо в этом. Причем поодиночке. Ну именно поодиночке на одном сервере, это интереснее. Да не о том. А, скажите, как вам больше нравится, с дождем или без? Оставить ли дождь или нет? Так. Да дождь вряд ли кому понравится, я уверен. Ну посмотрим, пусть народ скажет. Я оставлю это им. Просто мне лично больше нравится выживание. Именно выживание. А не то, что мы вот тут на расслабоне бегаем и... просто бегаем и ничего не делаем, по сути. Ну, то есть, как ничего не делаем? Строим, я все понял. Такое, но не выживаем. Хотя возможностей для этого куча. Что-то я потерял свою щель. А, вот она. Я потерял свою щель? Ты смотри, контроль над ней не потеряй. На своей щелью. Так, берем. Domination. О, берем. Волчара позорный, иди ко мне. Берем. Я его сейчас гнилым мясом накормлю. Че смотришь мне? Кого? Вот зараза, все кости сожрала и еще убежала. Даже не полюбила меня, собака. Так на какой черт ты ей нужен? Ты сам собака, собаку не любит. Я Бэтмен. Ты кого собака назвал, щенок? А, Чак Норриса надо было взять скин. Да, овцы, две. Я вам сейчас сделаю пулечко. Я даже не заметил, как я ночь тупо пробежал. Оп, есть. Ты проспал ночь или пробежал? А не, мы оба пробежали. Мы же не можем спать ее. Да. По отдельности. Можем, просто долго ждать надо. Ну, да. Так, меня волнует, что у меня еды нет абсолютно. Сейчас тут я где-то видел уточку. Стоп, она меня убьет. А если я посплю на кровати, я там воскрешусь, да? В смысле? То есть, если вот я сейчас на кровать лягу, но при этом ты на нее тоже не ляжешь. То есть, мы не поспим, я сохранюсь? Скорее всего, если ты на ней поспишь, тогда сохранишься. Вот именно, чтоб ты лег на кровать и не сам встал, а именно тебя автоматом подняло. Тогда сохранился. Меня не скоро поднимет автоматом. Ну вот. Ляг на кровать какую-нибудь. Где я тебе найду ее? Ну, тогда будем считать, что я сохранился. Если что, потом, наверное, надеюсь, найду. Ну или когда-нибудь в будущем, когда у нас будет уже огромный свой дом, я найду эту каморку и вспомню. Ммм, как хорошо было в начале. Как я хорошо жил один без этого человека по имени Илья. Который пытается заставлять меня батрачить и убирать деревья с его карниза. Не знаю, что я сказал. Если честно, да, я сам ни хера не понял. Мне нужна еда. Илья? Мне нужна еда. Ты подходишь в ее роли. Найди меня сначала. Заметь, я умею летать и паркурить. Можно вообще свой сервер запилить. В смысле? И ходить, и чужие здания гриферить. Зомби-крипер! Вау! Зомби-крипер! Прикольно, у меня лабиринтик тут какой-то. Зомби-крипер! А, меня крипер догоняет! Догоняет! Или это не зомби, или это не крипер. Или черт его знает. Ой, я потерял свой дом. Опять. Ты днище. Какого черта? Сейчас построишь еще один дом, да? Ой. Я... А, нет, я нашел свой дом, кажется. Да. Так. Найди срочно кровать, нужно это поспать. У тебя есть еда? Уже есть. Вот, пошли спать. У меня еда есть, но не кровать. Да блин, ты мне сказал кровать. Из чего? Блин, у меня в дверь стучится два скелета. Так открой. Гости все-таки нечестно как. А, стоп, они не умеют дверь ломать. Опять тупой слизнь. Ой, это крипер! Fuck the shit! Взорвался. Бэтмен взорвался. Выжил. В смысле, я выжил. А как тогда крипер попал? А, у меня вообще хп даже не было. А, так я могу ориентироваться на местности очень хорошо даже. Моя каморка лучше твоего дома. Так, он взорвал там основной. Ага, так, вон лава, значит я. Я шел. Блин, теперь еще придется. Илюш, давай, наверное, продолжим в следующей серии, потому что мы тут уже это долго играем. Ну да, тогда давай. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новое видео, оставляйте свои комментарии. Пока. Удачи.